Тверская область, как и остальные регионы страны, продолжает готовиться к голосованию по внесению поправок в Конституцию. Важным моментом является обеспечение безопасности на всех местах проведения плебисцита. По данным Центризбиркома, в Верхневолжье 1155 участков. В основном они располагаются в образовательных учреждениях, школах, лицеях, корпусах вузов. То есть в зданиях, к которым и без того предъявляются повышенные требования с точки зрения безопасности. Все они на 100% обеспечены первичными средствами пожаротушения и сигнализацией. Это заметно облегчает работу сотрудников МЧС, которые в эти дни проверяют все эти объекты. Тем не менее, совместное с членами территориальных избиркомов инспектирование проводится очень тщательно, так как времени осталось немного. Крайняя дата у нас установлена, это 25 число. До 25 числа все надзорно-профилактические мероприятия на избирательных участках будут завершены. Будет дана оценка готовности избирательных участков. В день референдума сотрудники главного управления будут осуществлять дежурство на объектах, в том числе посредством передачи какой-либо информации о чрезвычайных ситуациях в ЦУКС главного управления для обобщения и принятия координационных решений.